Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу пообщался в Тегеране с иранским президентом Хасаном Рухани. В ходе встречи глава Исламской Республики изложил позицию своей страны по сирийскому кризису. Рухани подчеркнул, что решить его можно только политическим путем на основе уважения прав сирийского правительства и народа. Шойгу озвучил позицию Москвы по вопросу о прекращении насилия в Арабской Республике, передал Рухани послание от российского руководства, касающееся переговорного процесса по сирийскому урегулированию. Кроме того, глава Минобороны затронул тему обеспечения региональной стабильности. После переговоров с президентом Шойгу и его коллега министр обороны Ирана Хусейн Дехган обсудили реализацию двусторонних соглашений.